Президент Красносельский сегодня вручил бендерам орден Потемкина. Городу 615 лет. К юбилею торжественное собрание и концерт. Далее детали. ДК Ткаченко. Играет духовой оркестр. Дальше – лазерное шоу. Огнем писали историю Бендер. Вспоминали главные сражения и победы. Город Бендер сегодня – это цветущий и развивающийся край. Бендеры – город воинской славы. К юбилею – высокая награда. Орден князя Григория Потемкина-Таврического от президента Красносельского. Такой вручают впервые в истории республики. Очень будет справедливым, конечно же, если под номером 201 данный орден будет вручен именно городу Бендеры, городу воинской славы. Я убежден, что именно это вручение даст хороший старт и хорошую основу и понимание данного ордена. Я убежден, что город Бендеры – город хорошего будущего, город, который будет центром притяжения туристов, гостей, будет уютен для наших бендерчан, для наших детей, для наших стариков. Этого всем нам и желаю. И в ваших глазах я всегда вижу один вопрос. А что будет дальше? Вот послушайте меня, своего президента. Дальше все будет хорошо. Все будет хорошо. Ибо все зависит от нас. Любите, рожайте детей, стройте, созидайте, любите красоту. И все будет хорошо. Все будет хорошо. На собрании говорили, как меняется город. За последние 5 лет почти 70 отремонтированных школ, детсадов, больниц, поликлиник. Прокладывали новые сети, дороги. Запустили 2 новых троллейбусных маршрута. В Бендеры едут туристы. Есть что посмотреть. Проведено 50 фестивалей крепости. В них посетили сотни тысяч человек. Создано 5 новых спортивных объектов. Создано и реконструировано 13 парков и скверов. За каждой цифрой стоит труд горожан, вносящих свой личный вклад в развитие города. Сегодня тем, кто вносит вклад в развитие Бендер, награды и слова благодарности. Это заслуга не только моя, но и всего моего коллектива. Коллектив у нас дружный, семейный. Городу развитие, несмотря ни на что, у наших жителей, понимаете, есть стержень. У нас даже люди совершенно другие, у нас люди особенные. Бендер – это все. А у нас самый красивый город. Всем здоровья, благополучия и городу процветать. Мы обожаем наш город. Наш город самый лучший! Ну и, конечно, концерт. Юбилей Бендер будут праздновать и все выходные.